Всем привет! Мультиварочка уже здесь. Сегодня мальчик доставил ее. Ну, мальчик, курьер. Там новозеландская почта. Там есть те, которые доставляют не посылки, а письма по ящикам раскладывают. А есть у них отделение курьерской почты. И так вот разрежу это. Такая операция по вскрытию. Так, здесь, в эту сторону. Позвонил, я взяла свою эту тележку, с которой покупать. Так, это можно открыть. А что тут? А тележку, с которой покупать, я хожу в супермаркет. Потому что такое тяжелое. Написано 7,6 килограмма. Так, они как бы запаковали оригинальную коробочку еще в посылку. Так, а тут документ, который пишет. Продукт. Крок-пот. Это называется крок-пот. Ну, фирма крок-пот. Вообще, пот слово, это кастрюля. Вот это, в которой мы варим там супы, борщи. Это кастрюля. Называется пот. Учите. Английский. Учите. Английский. Будете знать, что кастрюлька называется пот. Так, сейчас я попытаюсь это... Так вот, ой... Такая тяжелая штука. Развернуть и показать ее во всей красоте, так сказать. Ящичек и аккуратно перевернуть и его достать. Вот такая это будет кастрюлька. Вот написано крок-пот. Мультикукер, то есть мультиварка. Но она еще и работает как под давлением. По-английски это называется pressure cooker. И работает еще как это, я же говорю, slow cooker, то есть та, которая медленно готовит. Так, товарищи, что-то это не так легко вытащить. Ну так, ящиком мы, в общем, не дорожим, поэтому его, пожалуй, тоже можно разрезать. Потому что как-то переворачивать я боюсь кверх ногами, еще не удержу. И она так, знаете, некультурно вывалится из этого ящика, а ящик все равно пойдет вот туда, в ресайкл. Вы уже изучили по-английски, куда пойдет ящик, он пойдет в ресайкл. Так, сила есть, ума не надо, выходи. Так, вышла, ой, коробочка такая тяжеленькая коробочка. Эту можно убрать. Сейчас я ее тут пока поставлю. А то можно будет ее убрать совсем, отнести мусор, ее выбросить. Ой, так, коробочка красивая. Ой, надо еще одну коробочку вскрывать. А что тут написано? Австралия. А потом меня переслали в Окленд. Боже мой. А, нет. Что я плету? Господи. Это куда обращаться по поводу крок-пот. Это куда в Австралии обращаться. И если там какие-то проблемы. И куда можно обращаться в Новой Зеландии. Ну, хочу сказать, что в Новой Зеландии, если ты что-то купил... Я вот помню в советское время, если мы что-то покупали, то мы потом там... Ну, например, пылесос. Ты купил, и у тебя там... какая-то с ним проблема, то ты потом обращался в гарантийную мастерскую. Не в магазин, а в гарантийную мастерскую. А здесь нет, здесь магазин. Здесь, если ты что-то купила, оно у тебя не работает, никакой гарантийной мастерской, ты идешь в магазин, и этот магазин потом решает. А, обычно меняют на другой, на новое. Ну, потому что ты идешь с какой-то серьезной проблемой, там, если что. Мне как-то не приходилось особо ходить. Так, что это такое? Экспресс крок-пот. Congratulations on receiving your new крок-пот. То есть поздравляем тебя с тем, что ты получил эту новую кастрюльку. Так, это здесь описывается, что можно использовать, как использовать. Тут крышку еще, то есть небольшая инструкция такая. Здесь такая, то есть это, в общем-то, знаете, такая как бы ознакомительная
инструкция, и здесь вот написано, то есть, что можно готовить и как. Вот написано, мясо, стю, стю это тушить, бинсы, чили это фасоль, райс, ризотто, рис, ризотто, йогурт, полтри это курица, десерты можно готовить. Можно готовить мультигрейн, это каши. Pressure cook – это готовка под давлением. Slow cook – steam можно под паром готовить. А, это когда крышку использовать, когда крышку использовать, когда нет. То есть описано. И пароварка, да-да-да, то есть можно с крышкой все делать. То есть она еще и как пароварка работает. В общем, ужас. Тут столько функций, буду ли я их вообще использовать все когда-нибудь. Ну, по возможности попытаюсь. Ну, а здесь уже идет такая инструкция на эту кастрюльку. Какую функцию, как ее использовать. Using your express cook before first use. Так, что нужно делать перед первым использованием. То, что ты должен знать про твой экспресс круг. Крок, господи, круг. Разрисована тут вся кастрюлька, что тут в нее входит, кнопочки все описаны, какие кнопочки, lid lock pin, то есть lid lock это чем крышку за, как это, lock это вообще замок, то есть чем она закрывается, чтобы у тебя, когда по парам работать. Сюда еще должно входить поварюшка. Так, дойдем, посмотрим. Recipe book, то есть вот такая книжечка идет со всякими такими, так, вам видно, со всякими вкусными рецептами. Ну, хочу заметить, я специально читала в инструкции, чтобы входила книжка с рецептами, потому что есть, ну вот, например, там это стоит 129 долларов, а, 119. А знаете, интересно, я сегодня, одна женщина в комментариях попросила меня дать ей как бы описание того, что я купила, я ей дала ссылку этого сайта, то, что я покупала. И, опс, я пошла сегодня, а сегодня на нее цена 149 долларов. 119 я не нашла. То есть, значит, я купила ее на скидку. Очень приятно. Так, что они тут нам предлагают? Вот, лимонный чизкейк можно приготовить. Что это такое? Double chocolate malted pudding. Это двойной шоколадный пудинг предлагают нам. Ну, это десерты тут попались мне. Red wine. Это, значит, груши в красном вине. Какой-то такой модный рецепт долгое время. Chocolate and orange volcano pudding. Шоколадный и апельсиновый пудинг. Так, а что у нас здесь тут? Мясо. Мясо. Ну, тут описание тоже идет, цветное описание кастрюльки. Natural Greek йогурт, то есть вот можно йогурт здесь сделать. Porridge. Porridge, ну, наверное, это все знают, это овсяная каша. Самое интересное, что ее здесь никто так не называет и, в общем-то, и не готовит. Chicken chorizo and kale soup. Это курица, чоризо это такие острые, острые такая, сухие колбаски. И кейл, это, знаете, сейчас такая модная, какая-то такая зелень с листьями, считается сейчас такая-то очень модная зелень. Speedy lentils and vegetable soup. Значит, speedy – это очень быстрый, lentils – это, так, что это чечевица, вот, чечевица и овощной суп из чечевицы суп. Что еще тут? Теплый картофельный салат рецепт. А это что такое? Хумус. Вот такие буквы, что не прочитаешь, что идут, тебе предлагают делать. Дальше. Экспресс паэлья. То есть быстрая, да? Mushroom and горгонзола ризотто. Mushroom это грибы. Что такое горгонзола? Что такое это горгонзола? Это приправа, какая-то приправа, да? Я забыла. Что это? Ну, если кто помнит, напишите. Может, это рис такой? Портабелла машрум. Нет, рис арборио берется сюда. Белое вино. Куриный бульон. Тертый пармезан. 100 грамм. А, это сыр такой. Вот, думаю, вертится в голове. То есть, это горгонзола сыр. То есть, сюда надо пармезан
сыр и горгонзола. Ой, господи. Так, такое овощное ризотто. Таджин, vegetable таджин. Это кто ездил куда? Туда, в Алжир, да, или в Тунис отдыхать. Там, знаете, у них такие вот, как бы такая вот глиняная тарелка, а над ней такой стоит колпак. Даже не колпак, а конус такой. И в нем это там тушится. То есть такая технология приготовления. Вот предлагается приготовить здесь. Так, что еще? Ой, интересно. Чикен, это proven kale. Это чикен такой тушеный. Whole roast chicken, можно полностью жареный чикен, ну как в духовке, в общем-то. Так, много чего. Lamb shanks with lemon and rosemary. Lamb shanks это голени, бараньи голени. Lamb вообще это ягненок, то есть это молодая баранина. А с лимоном и розмарином. Розмарин вообще красиво по-английски rosemary. Утиное рагу, да, к рагу. Товарищи, тут чего только нету. Тай грин карри. А знаете, это значит тайская грин карри, зеленая карри. Будет оно не красное такое от специй, будет зеленого цвета. Я хочу сказать, здесь очень интересно, здесь рецепты, вот если, допустим, у нас вы будете покупать, вам добавят рецепты такие, которые в вашей местности используются. А здесь же разнонациональная у нас страна. Поэтому тут у нас рецепты даются для разных национальностей. Так, pepper, rapid, sea bass fillet. Это значит в бумаге. Sea bass это, по-моему, треска. Я когда-то где-то читала, по-моему, это треска, самая обыкновенная. Только это красиво называют сиба. Ну, что-то такое. И такая филе с лимоном приготовить. Сейчас я на вас нагоню такой аппетит и на себя. Так, о, смоки барбекю брискет. То есть это такое копченое барбекю брискет. Брискет это, знаете, когда берут батон, так разрезают, его обжарили и на него там всякое накладывают. Вот здесь вот в частности какое-то мясо сделано. И сверху такой вот салат из красной капусты. Вот это брискет называется. Traditional beef stew. Ну, это такое, тушеная говядинка, такая традиционная. Знаете, сейчас тут мало кто это готовит, вот это вот, все это тушеное. А в 60-е годы здесь готовили так, как и у нас, потому что зять рассказывает, и его сестры. Ну, а сейчас все хотят такое, там, что-то на сковородочке быстро, если вообще, чтобы не готовое купить. Так, ну, тут еще мексиканский какой-то, мексиканская свинина, ну, то есть это рецепт такой мексиканский. Чили кон керн. Это тоже что-то такое из чилийских рецептов. С этим вот тут такой ядовитый перец, горький, острый, не горький, но он горький и острый. Так, Mexican style stuffed капсиком. Это значит, как это, перец фаршированный в мексиканском стиле. Он такой красный. Красный, вообще такой перец, который мы называем болгарский, он здесь называется капсиком. Sticky spare ribs. Это ребра. Чьи тут у нас берутся ребра? Свиные ребра. Порк. Порк это свинина. Такие вот свиные ребра. Интересно, ну тут мы уже смотрели с вами пудинги. Интересно, я всегда вспоминаю «Унесенные ветром». Там у нее был ее такой самый преданный слуга. Его звали Порк. Порк это свинина. Хорошее название было, да, для слуги. Так, это что? Это у нас кабели, которыми подключать. Так. Теперь кастрюльку попытаюсь ее сейчас вытащить. Ой, вышли. Ой, тяжелая. Ну что там? Там осталась коробочка. Пока я это сложу сюда, то, что нам не нужно. И ту же коробочку уберу. Так, а ты пока тут постой. Коробочка. А где же? Там внутри, наверное. Тут должна быть еще. Так, вот такая получается тяжелая кастрюля, вы знаете. Так надо поставить ее где-то в кухне. Надо определить ей место. Я найду где-то место, чтобы к розетке можно было ее подключить. Так, а как крышечку открывать?
Крышечку тут на замке поворачивается. Так, товарищи, чтоб не поломать. Ага. Кастрюлька, крышечка. А я когда-то читала, когда я еще собиралась, такая, там, смотрите, как красиво тут все сделано, какие-то кнопочки, которые я пока еще не знаю. Так вот, я когда-то читала, перед тем, как заказывать себе кастрюльку, я пыталась там почитать отзывы на разные модели, и мне попалось там такое, кто-то предлагал или говорил, что хорошо, когда крышка не отсоединяется от кастрюли. А я подумала, ну это неудобно. Это значит, у тебя кастрюля всегда, ну вот это, будем называть ее кастрюля, да? А она всегда, это мультиварка, она должна стоять там, где у тебя еще должно быть для крышки место. А может, ты ее хочешь где-то так воткнуть, и у тебя там немножечко места. И потом, когда мыть, представьте себе, ты должен взять эту кастрюлю, а к ней еще присоединенная крышка. Крышка тяжелая. Так, чтобы сказать, как не килограмм весит. Ну, или что-то около этого. Так, что тут у нас внутри? Ага. Внутри вот такая вот ложечка. Ложечка. Так, сейчас я разрежу ножничками. Ложечка, ложечка. Такая симпатичная. Такая пластмассовая. Ложечка. Так, это у нас тут кабель, которым подключается. Так, а здесь это должна быть эта штука для, когда использовать как пароварку. То есть такая решеточка. Ой, какая удобная. На низеньких ножках. Так классно. Поставила на пару. Так. Ну и теперь можно вот так вот вытащить. Ой, током ударила, товарищи. Электризуется вот это вот. Ну и такая вот кастрюлька в середине, если вдруг кто не видел. Знаете, я тоже ее как бы не видела. Я у дочки видела, но я там ее не рассматривала так, а просто глянула. Ну, стоит там кастрюлька, она готовит. Здесь вот ее такая лицевая панель, на которой написано, что тут написано. Надо хоть почитать, что тут написано. Крок-пот. А, ну вот то же самое, что написано было здесь. Meet Stew, то есть это таймер тут стоит. Start-stop. Delay timer, это значит отложить, да, момент окончания, то есть так, на какое-то время. Brown Saute, это значит обжаривание. Каша, мультигрейн, keep warm. Нажимаешь кнопочку, и она у тебя будет поддерживать режим такой низкой температуры, не низкой, а как бы теплая тебе. Made in China. To Sunbeams Specification. Sunbeams — это фирма такая, которая у них есть. Это вот написано Crock-Pot. Но это на Crock-Pot, это как бы название вот именно этой кастрюли. А Sunbeams — это такая фирма. Ну вот как есть фирма Brown, там как есть фирма Philips, там вот я только что переписывалась с дочкой, ну, этими сообщениями в Австралию, они там гуляют на улице, она гуляет с детками. У нее Philips мультиварка. Вот. Ой, она такая интересная мне. Видео прислала, как внучечка, внучечке завтра будет 5 месяцев моей, как она ползает уже. Она только буквально там, я не знаю, месяц назад или как бы чуть не меньше, начала только переворачиваться, и тут уже ползает. Смотрю, она засняла тут. Муж сидит тут, старший этот, внук. И она тут ползет. Ой, так интересно, Манюнька. Молодец. Завтра 5 месяцев, она уже ползает. Хорошо так, ножками отпихивается и ручками. Очень интересно. Так, значит, ну вот, такая получилась кастрюлька. В нее... С этой стороны оно такое как бы алюминиевое, с этой стороны не пригорающее, на 5,7 литра. Я, конечно, для себя, мне бы хотелось, может быть, поменьше объем. А потом я подумала, а знаете, поменьше объем, если будет, будет, если там ты обжариваешь или что-то делаешь, будет брызгать. Ну, вот как сковородка, да, то есть, если иногда я что-то, если мне там надо в суп, лук пожарить и морковку, а потом заливать бульоном, я жарю прямо в металлической кастрюле.
А на сковородке, ну вы знаете, может побрызгать. Только здесь. И я подумала, нет, пусть будет. А вдруг мне захочется целую курицу сюда. Или там, и, эту, как ее, индюшачьи ноги, а у них там такие длинные-длинные кости. Поэтому пусть так и будет. 5,7 литра. Ага. Ну, вот так вот. Как бы закончим обозревать кастрюльку такую. Закончили кастрюлькой. Вот. Ну, а теперь. Что надо делать? Осваивать? Будем делать с вами рецепты. Так, вот здесь вот написано. 2/3 пол кастрюльки. 1/3. Это только увидела. А то так как-то темно было. Вот хорошо. Размечено, когда внутри кастрюли. Это очень удобно. Так, к чему я веду? К чему я это веду? Значит, все покупают себе мультиварку. Все покупаем себе мультиварку и начинаем готовить в мультиварке. Знаете, я очень много читала отзывов про то, как это удобно. Ну, знаете, ну читаем, там, прочитали, что это удобно. Ну, прочитали, а мы там по привычке. На доске порезали, тут на сковородочке, вот сковородочку, тут кастрюльку, тут плита, тут надо в духовку, и потом это не очень здоровое питание. А тут нам предлагается так, на пару, нам предлагается тут сделать быстренько. То есть вот дочка положила туда курицу, зять пришел с работы, она собирается готовить обед. Я говорю, только, а как это? Она говорит, да, сейчас будет за 15 минут готово. И действительно положила курицу. Под давление 15 минут, курица готова, она сделала подливу, тут ему овощи на гарнир. Все счастливы. То есть не надо стоять там 2 часа где-то там возле плиты. Ну, короче, бабушка как это, на старости лет осваивает новые приборы. Ну, я бы, может, и раньше бы его освоила, ну что-то как-то так это, тут помню, тут не помню. Вот. То лестницу какую-то купила. Знаете, я теперь подумала, что с этой лестницей. Знаете, как говорится, хорошо не жили, нечего и начинать. И я так подумала, я, в общем-то, всю жизнь обошлась как-то без нее. Может, я куплю такой, там в Баннинс я видела, только не в магазине, а на интернете. Такой на 2 стульчик пластмассовый. Ну, на 1 ступеньку, если встать, то мне как бы достаточно куда там достать. До потолка я не достаю. Здесь же у меня лампочки в потолке, не люстра. Нет, если бы это люстра. Вот если вы видите, посмотрите, вот туда у меня за спину. Вот там вот видно. Это же какой-то дурак придумал, что лампочки вкручены в потолке. Ну, вообще, это как бы с моей точки зрения, это идиотизм высшей степени. То есть лампочка тебе светит только этой нижней плоскостью, а все то, что от нее должно отходить в боковые стороны, ничего этого нету. Ну так, такая мода это или для того, чтобы светильник не подвешивать. Может быть так, для строителей это проще. Вот. И поэтому, ну, как бы до потолка тут и не очень так далеко, но это нужно за что-то держаться, а держаться не за что. И там вкручивать, выкручивать я не рискну. То есть, ну, как-то я прожила всю жизнь без этого. Там, раньше на стульчик становилась или еще как, ну, раньше. Раньше я была молодая и красивая, и бодрая. И при моем росте, 1,65 м, прыгала в школе на 1,35 м в высоту. Да. А, и вот, знаете, через коня, через козла, так вообще взлетала, как птичка, и перепрыгивала. Я теперь даже представить такого себе не могу. Ей подпрыгнуть-то не могу толком, там, не говоря о том, чтобы что-то перепрыгнуть. Знаете, куда-то это девается, куда-то это от тебя уходит. И то, что ты раньше вообще нес и не замечал, вот я заметила. Если, там, я раньше несла, например, там, ну, тут, там, ну, не знаю, что, 2 килограмма там, или 3 каких-то овощей. Да я раньше несла это вообще и не замечала, как оно там весит и сколько это весит. А теперь я несу, мне это так тяжело. И я поняла, что силы старости куда-то уходят. Поэтому, значит, покупаем себе кастрюльку, экономим свое время, питаемся здоровой едой. И смотрим рецепты. Рецепты буду готовить с вами все первый раз, товарищи. Ой, что это будет получаться. Я даже представить себе не могу, что это будет получаться. На сегодня я прощаюсь с вами, а потом подумаем, что нам приготовить. И всего вам доброго на сегодня. Увидимся.